Мой вопрос следующий. У меня есть 4-месячный ребенок. Когда я беру в руки, иногда такие странные ощущения боли появляются в ногах, с коленей вниз я готова упасть. Вокруг ног внешне я чувствую какую-то невыносимую вибрационную боль. Подскажите, это у вас, скорее всего, невралгия, либо же листоз, протрузия или даже грыжа, скорее всего, грудного отдела, потому что в ровном состоянии эта компрессия не происходит, и как только вы начинаете поднимать руки, у вас происходят компрессионные вот такие сдавливания. Мой совет, что можно делать для того, чтобы это все исчезало? Вот так вот руки в замок и вот так вот локти назад и голову вверх, на вдохе оттягивайте, находите время, чтобы вот так стоять. Или берете за какую-нибудь мебель и наклоняетесь вперед, чтобы растягивать немножечко. Делаете спинку дугой, ноги ровные, чтобы у вас спина выгибалась вот так. И делаете это каждый день, там по 1-2 секунды, но очень часто это полностью восстановит вам циркуляцию крови у вас в позвоночнике. Вот таких состояний не будет. Из препаратов моей компании это не связано с эзотерикой совершенно, ну уж точно не связано с 4-месячным ребенком, это связано с вашими проблемами, видимо, тяжелый вес, видимо, поднимаете ребенка, видимо, где-то происходит ущемление нервных окончаний и корешков, и происходят вот такие тяжелейшие неврологические сложности. Эзотерический совет: обмотайте поясницу зеленой ниткой, завяжите на 38 узлов. Носите на себе несколько месяцев для того, чтобы позвоночник вылечить.